24 марта специальный отряд быстрого реагирования отметит свою 29-ю годовщину. Чтобы изнутри прочувствовать работу спецподразделения, я на несколько часов стану сотрудником отряда. Первое, с чего начинается дежурство, это экипировка и получение оружия. Каждый сотрудник получает индивидуальный комплект, закрепленный за ним, оружие и специальное средство, состоящее на вооружении войск Национальной гвардии Российской Федерации. Одновременно с выдачей оружия и патронов боец получает специальное снаряжение для ношения и принадлежности по уходу за ними. При этом ответственность за сохранность полностью ложится на него, как и обязанность постоянно поддерживать их в исправном состоянии. После получения оружия личный состав прибывает на инструктаж. Приказываю заступить на боевое дежурство, при несении службы соблюдать дисциплину и законность, физическую силу, специальные средства и оружие применять в соответствии с федеральным законом о войсках Национальной гвардии. Вольно. Во время инструктажа командир уточняет у бойцов о самочувствии и готовности нести службу, ведь состояние личного состава играет очень важную роль. Постоянное усовершенствование физической и психологической подготовки – неотъемлемая часть работы сотрудника специального отряда быстрого реагирования. Упор подготовки сделан на работу против вооруженного преступника в городе и на транспорте. Однако СОБРы успешно применялись практически в любых условиях. Сейчас мы отрабатываем задержание условного противника в здании, и моя задача – прикрытие группы захвата. Главной задачей СОБР «Звезда» является борьба с организованной преступностью и силовая поддержка спецопераций, которые проводят другие правоохранительные органы. Применение сотрудников спецподразделения, как правило, ставит точку в решении любой проблемы. Ведь когда в дело вступают офицеры СОБРа, большинство преступников просто складывает оружие и поднимает руки. Преступник задержан, задача выполнена. Сегодня к задачам СОБРа также относят нейтрализацию особо опасных преступников, борьбу с терроризмом и экстремизмом, участие в проведении операций, направленных против незаконной банковской деятельности и отмывания денег. Захват заложника – один из самых сложных и опасных этапов службы. Еще труднее обезвредить матерого уголовника или вооруженного террориста, взявшего заложников. Для проведения операций подобного рода нужны очень специфические навыки и высочайшая подготовка. Сейчас мы отрабатываем задержание особо опасного преступника, передвигающегося на автомобиле. Моя задача – быстро открыть дверь и помочь сотруднику. На протяжении всей своей истории сотрудники СОБР достойно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности как в Республике Мордовия, так и за ее пределами. Бойцы отряда активно участвуют в предупреждении и раскрытии преступлений экстремистской направленности. Боевое братство, отвага и готовность выполнить приказ во что бы то ни стало – это фундамент, на котором базируется сегодня подготовка и воспитание молодого пополнения сотрудников СОБР «Звезда». Только что мы вместе с группой задержания обезвредили опасного преступника. Теперь я нахожусь в роли заложника, и освобождать будут уже меня. Именно из-за того, что сотрудники СОБРа работают на самых сложных и опасных направлениях деятельности органов правопорядка, к ним предъявляются самые высокие требования по подготовке. Учитывая сложность задач, которые выполняют СОБРовцы, многочасовые тренировки стали здесь ежедневной частью работы. Каждый сотрудник отряда знает все приемы рукопашного боя, материальную часть оружия и уверенно владеет многими видами стрелкового оружия и специальными средствами, находящимися на вооружении спецподразделений.